Всем доброе утро. Мы, короче, уже собрались, позавтракали. Ну, как, чай попили, короче. Ромчика свозили в больницу, но мы так до врача и не попали. Там очередь. И никто не заходит и не выходит. Короче, полчаса мы прождали вообще. Короче, глухо, как вроде бы никого там и нету в кабинете. Ну, Саша пошел, спросил в регистратуре, до скольки врач. Врач до 3 часов, и мы решили... До полтретьего. И мы решили не стоять, не ждать, поделать свои дела. Заехали в магазин, купили мышку Ромки, да, Ром? Покажи, какую мышку. Такую Джон. Угу. Вот. Ну, и сейчас едем... Покровск. По делам, да. Порешаем дела. И приедем, может, будем разбирать. Короче, завалы в гараже. Откопать машину надо в гараже. Ну да. Так что вот так, да. И приедем, кстати, и поедем к врачу опять же. Так как нам сегодня надо обязательно к нему попасть, чтобы послушал врач Рому. Может, что-то назначил. Хотя мы сами уже себе назначили, короче. Ладно. Так, мы в Покровске. Саша сейчас пошел в магазин купить. Ой, я не знаю, что купить. Ну, короче, что-то для машины. Что папа пошел купить? Что-то. Я не знаю. Не говорил. Я не помню, короче. Ромчик тут мается. Походили по Авроре. Немножко скупились. Я потом покажу, что мы купили. Как всегда, вот думаешь, что вообще ничего не надо. Ну, как всегда, что-то наберется. Вот, и зашли в АТБ. Трошки продукты купили. Молочка купили Роме, да, Ром? Угу. Угу. Скажи, откуда я знаю? Да, я не видел. Боже. И то правда. Сына, со здоровьем, что там? Good. Угу. Почти. Уже не скоро. Почти, а good. Ну хорошо. Надо еще добраться, конечно, до больницы еще. Не надо. Надо, сына, чтобы послушал врач тебя. И вы сказать все проблемы. Да. Как батюшки в церкви. У меня нет проблем. Нет проблем. Нет вообще. Я ж не вмешивался ни в какие там драки. Все, улегся. Короче, такие дела. Дома будет распаковка, что мы купили. Завтра мы еще будем дома у себя. А потом вечерком поедем домой. Саша приедет с работы. И мы поедем домой. Опять на дачу. Вот, сегодня еще, я надеюсь, мы это сделаем. Поприбираемся в гараже, все-таки запланировали это, и Саша потом будет ремонтировать нашего джипика. Короче, никак у нас не получается его отремонтировать. Ну, я думаю, что у Александра все получится. Так, мы уже приехали сейчас. Короче, с Ромчиком сходили мы в больницу. Плохо, я умру. Да. Короче, ничего не сказала. Сказала, что анализ крови сдать с фены в понедельник. Не знаю, что оно даст, конечно. Ну, посмотрим. Так, сейчас будем забирать все. А там туда в пакеты можно сзади в багажник положить все. Все мусор выкидать. А где я бумажки делаю? Да туда же где-то бросил. Так. Ну вы возьмете, да? Или мне их тут еще брать? Ром, ты куда? Домой. Ну а помочь сумки занести? У меня в руки забитые вообще. В пакеты ложишь он и все. Так, а я пошла двери открыть. Мы приехали домой. У нас сейчас будет распаковочка. Слева, что мы купили?
Молока. Там коробочка маленькая, рюмочки. Принеси, пожалуйста. Булочки кругленькие такие. Творог. Ну, мивина. Булочки какие-то. Три вида начинки. А? Никуда не едем. Нет. Опять мивина. Томатная паста. Вот такая. Желе ромчику купили. Так, следующий пакет. Так, это у нас был АТБ, а сейчас идет Аврора. Чай. Судочки. Как всегда, нам судочков не хватает. Уже нагребли зло. Газ. Как же сказал. Желейки ромчику. Приправа. Чеснок и грибная. Расчёска мне. Изолента Александру. Так, дальше. Это Ромка себе вот такое что-то взял. Шампунь взяла себе. Дешевая, но вымывает волосы отлично. Зубная паста. Аквафреш. Салфетки по 25 гривен. Вообще дешево. Влажная салфетка. Так, это я для кондиционер. Для стирки. Это Александру Дейзик под мышками. Пшикать. Да, я такую мысочку взяла. Маленький такой небольшой. Поцелуй. Так, следующее. У нас пеленки для Оскара. Халет. Всякая зелень. Колбаса. Варенка. Персик. Рома один уже съел. Лучок выпал. Огурчики. Дынька. И кукуруза. 5 штучек. Все. У меня работа на сегодня есть. Будем варить кукурузу. Варить. Кушать что-то, я не знаю. Фух. Сейчас будем переодеваться, все это растыкивать. И, наверное, пойдем убираться в гараже. Так что времени еще у нас много. Да. До вечера. Так что вот так.